Всех приветствую, вы только посмотрите на это. Все, уже ночью заморозки и идет уже пар. Но ЦТК. Winter is coming, конечно. Зима приближается. Но мы держимся. Вообще, знаете, честно вам скажу, как-то странно все. Странно от того, что все спокойно. Спокойные ночи настали. Спокойные дни. Фу-фу-фу. И как-то, лунают сирены. И все. Мне бы очень хотелось, чтобы так бы оно и было в этом формате, чтобы не было больше никаких прилетов, не дай бог. Ну, по моим ощущениям, что как-то оно либо хорошо, либо плохо, но я больше думаю, что хорошо. Что люди хоть успокоились, начали спать нормально, восстанавливают здоровье, они сходят с ума там и не спят до утра, потому что боятся за свою жизнь. Конечно, это лучше. Пугают же вот этим отключением. Так и так в Запорожье уже отключено. Свет там, не горят улицы, 6 вечера, ничего. Там ездишь вечером вообще как будто по кромешной тьме. Ну, это вот поэтому. По отоплению, я думаю, конечно, будет. Все будет. Не нужно просто поддаваться панике. Паника — это не наш друг. Мы верим в себя. Верим в наши силы. Все будут добры. Не слушайте недругов. Слушайте свое сердце, свой разум. И все будут добры. Ну вот как-то это по моим ощущениям. Все, бережите себя. И гарного дня вам.